Всем привет, друзья. Саша названием, это не он. Есть у меня сели. Уже 11 часов доходит, все еще не завтракали. Ну, Фадидок встал не так давно. Ефим что-то сегодня аппетит нагуливал. Да что ж такое, да? У нас минус 12 сегодня. В принципе, тепло, хорошо на улице. Вот. Немножко как-то облачно, солнца прям пока и нет. Но, может, выйдет к обеду. Матвей тоже сегодня ушел поздно. Что-то в 10:30 ему, что ли, надо было в школу. Вот. Пока обед только готовлю. Матвей-то котлеты съел. Остались вчера две штуки, он доел. Вот, и ушел. А им пельмешки сейчас поджарила. Я их делаю, знаете, как на сковороде. Вкуснее получается. Вот, смотрите, они немножко, видите, такие румяненькие чуть-чуть. Вот, то есть сначала на масле буквально, наверное, минутки три держу, они подрумянятся, а потом заливаю водой из чайника. И даже не солю, потому что соли хватает. Вот, и они в воде сметанку ложат, добавляет. Ефим ест с кетчупом, с майонезом. Ну, в общем, вот так. Сейчас позавтракают. И скоро Ефим пойдет в школу, а Фади так скольки? Ты тоже скоро в школу? Ну, так что вот так. Ой, сегодня надо в эту милицию звонить же мне. Паспорт этот поставили, печать нет. На свидетельство о рождении Фади узнавать. А неохота мне туда идти, так, ну а что делать? А? Потом номер 02 уже звонили? Да нет, там дали номер специально, паспорт на стол. Позвоню сейчас, что, перед обедом. А потом у них обед, по-моему, с часу до двух, что ли. Запретили со школы? Принять паспорт? Да не сегодня уже паспорт, сейчас в МФЦ записываться еще надо. Сейчас мы получим эту... Штампик красный поставят, если то тогда. Кстати, надо, наверное, записаться сейчас в МФЦ, потому что на сегодня все равно не запишут. Но там надо записаться, в общем, попробовать, по крайней мере, получится, нет. В тот раз у меня с третьей или с четвертой попытки только получилось зайти. Вот такие дела. На обед готовлю суп, этот самый, гороховый. Сегодня свиные, эти самые, наборчики суповые. Заложила варить, еще 8 часов, все еще варится, но сейчас уже горох запустила. Сейчас еще час целый буду горох варить. И где-то в 11:30, ну не час, хоть минут 40 еще поварю, но уже 15 минут варится. Ну, не мог 12, в 12 он поедет. А, вот. Сколько, ну, какие именно? 12. Ровно 12. Ну, в 12 поедут он, в 12:15 у него урок. Ну, 12:50. Ну, вот, рановато тебе. Вот, и... Где-то в 11:30 начну запускать картошку, моркошку, лучок. И будет у нас гороховый суп сегодня, в общем. Ну что не так-то опять? Да сидит что-то. Горячий, что ли, пельмени? Да ну ладно, что-то ждет, ладно. Я сейчас успела еще, знаете, что, опрыскала, прошла перец у меня, вот этот вот, который острый, на окне растет. Я же один из теплицы забрала. И что-то какая-то на нем тля. Откуда она пробудилась? Потому что осыпается с него. Вижу, что это... как бы то ли как личинки, или что у него там. Ну, короче говоря, на подоконник, на белый, все время насыпано. По-моему, тля это. Так что сейчас развела этот шарпей препарат. Он там циперметрин, вещество действующее. Оно как бы от всех вредителей помогает. Вот, сейчас я это опрыскала, прошла и это окно, и в классе взяла все, тоже опрыскала. Там, потому что, смотрю, грибной комарик, по-моему, запрыгал, залетал. Ну, или мошка это просто на влажность, не знаю, короче. Решила все опрыскать, потому что окна продезинфицированы. Но я все равно буду мыть, конечно, перед рассадой. Убирать буду цветы и мыть, но пока еще рассады нет, так вот просто попрыскала это растение, опрыскала. Успела, прошла быстренько. Вот такие дела. Все, больше новостей-то никаких нет. Будем сейчас Фиму собирать, да? И суп варить. Так что вот так, ладно. Пошла. Так, ну что, друзья, не ожидала я, что поеду сейчас. Фиму повезли в школу. А я как раз вот села его, он уже оделся. Я говорю, ну ладно, все, сейчас выходи. И села звонить в паспортный стол. А они мне говорят, готовы документы. Можно не в 2 часа приехать, как я сдавала, да? То есть сдавать-то только с 2. А можно, говорит, прямо сейчас приехать. Я что-то села и поехала. В общем, успела оделась быстренько. И это... Поехали, в общем, сейчас доедем сразу до паспортного стола, чтобы больше сегодня мне не суетиться. Все, пока-пока, да? Все. Пятачок.
Пятачок, смотри дорогу, папа встал. Видишь, через дорогу осторожно машины наблюдай. Алеша, ты сам посмотри еще. Переведи его. Он понес это документы. Бассейн. Сейчас отдаст кому-то там. Вон как раз машина едет. Вот оно тоже. Сугробов-то не видно их машины. Это вот в чем беда. И ребенок маленький, ростиком-то тоже может не увидеть. Ой. Да. Ладно, сейчас сделаю все тогда и все. Надеюсь, сегодня пооперативнее я зайду и выйду. Не то, что в тот раз там целый час почти торчала, пока заполняла документы. Ну, покажу вам, конечно, какая там печать. Вот. Не знаю, почему. Мы с этой печатью с вами... Ну, как бы вы понимаете меня тоже, что это не моя оплошность, что я ее не поставила, а ее ставили якобы. Нет, просто у нас действительно не ставили, поэтому у нас просто пачками родители идут сейчас ставить, потому что не ставили никому, видимо, в те времена. Именно в нашем, может быть, городе, я не знаю, может, в нашем регионе так надумали только сейчас. Поэтому тут дело такое, ну, поставим, что. Поставим. Я сейчас, кстати, знаете, что сделаю? В МВЦ попробую записаться. Может быть, у меня получится. Хотя Леша говорит, подожди, получим сначала печать, а то вдруг не получу. Я говорю, как не получу, если я ее позвонила и нашли, что уже сделано. Конечно, я должна. Вот, у нас такое приложение есть, называется «Вне очереди». Вот, видите, вот такое. Это у нас МФЦ. Просто не у всех есть такое приложение. Потом вот так вот выбираешь МФЦ Свердловской области для физических лиц. Потом выбираешь наш адрес, куда бы вы хотели подойти. Сегодня к определенному времени или в другой день? Наверное, в другой день, потому что Фадея уже в школу пошел. Вот, потом вот так вот услуги здесь всякие разные, какие предоставляет МФЦ идут. Вот. МВД, выдача, замена паспорта. Нажимаешь. Количество людей, да, человек, пакетов документов один. Так, вот, в среду предлагают в среду сходить. Это то бишь завтра с 9:20 до 17:00. Так, если нам завтра, допустим, посмотрим. Ага, мы вот не знаем, как Фадею назначат, нет. Я-то завтра еще и работаю, если что. Вот если бы поставить где-нибудь в 11. Так, Фиму нам завтра ко скольки вести-то? Так. Если в 11:20 взять Фиме, потому что к часу мы бы тогда, наверное, успели. Приехали бы к 12. Алеша бы пообедал, и к часу Фиму увезли. Наверное, вот так вот запишусь в 11:20. Так, все, мы ждем вас в очереди 28 февраля. Я не посмотрела дату, да, 28 только было. С 11:20. Ну ладно, пускай остается. А я, если что, они позвонят, я потом попрошу. Они звонить будут. Еще уточнять. Может быть, попрошу пораньше. Так. А может быть, мы знаете, что сделаем? Я сейчас еще раз попробую. Если мы получим, я сейчас попробую посмотреть время сегодня. Потому что Фадей, если до 7 иногда он работает, если он пораньше закончит, может, и сегодня. Хотя куда торопиться, господи. Еще у нас 90 дней долго не выйдет, поэтому может 28 февраля и сходить. Так, оставим, ага, ведь. Так, мы с вами записали свой МФЦ, короче, 28 числа сходим. Ладно, сейчас Алеша придет, поедем мы в милицию. Сходила. Ой, ну хохма, слушайте. Пришла, значит, здесь, в прихожке. Давайте будем, говорит, вас досматривать. Вытаскивайте все металлические предметы. Я пока из карманов только мелочь выгребала. Не, ну а что вообще? Это нормально? Я не знаю, что... Законопослушных граждан досматривать. Что ты там сказал? Короче, она меня металлоискателем всю проверила. А перед этим она позвонила, действительно ли я должна прийти туда, в паспортный позвонила. Они говорят, да.
Должна такая прийти. Вот. Ну, короче, пока она меня металлоискателем все просматривала, та уже принесла сама. Я говорю, зря деньги выгребал. Зря тебя досматривали, да? Ну ладно. В общем, вот, смотрите, друзья, просили печать показать. Вот такая вот. И вот этой тоже не было, это тоже свежая. Ой, вот так вот. Синюю поставили, приобрел гражданство, написано. Российской Федерации до этого не было. Вот. И тут вот такая печать. Министерство внутренних дел. 660-057. Печать, видимо, номер, что ли, это я не знаю, что за номер. Так вот. Вот и все. Вот. Это на свидетельство о рождении. Вот это свидетельство. Видите, я, если сомневаюсь, что это свидетельство. Так что вот так. Надо, конечно, и на Ефима будет такую делать потом. Но ладно, уж разом не сделали. Ладно, будем отдельно бегать потом. Ай. Ну, ладно, хоть быстро это все прошло. Магнит-то. Новый магнит открыли, но. Хлеб не хотим покупать, что-то говорим. Есть еще вроде хлеб. Не знаю. А, единственное. Мне кажется, там очень зайти. Мало хлеба. Давай зайдем, знаешь, куда? Где это газетный у нас? А что там? Ну, хочу туда. Хочу в светофор зайти. Там кое-что привезли. Интересно, я зайду. Посмотрю. А вот. Я быстро. Там недолго. Я уже просто. Мне же рекламу со светофора шлют все время. И я как бы это знаю, какие там новинки. Мороженку тебе куплю, хочешь? Нет? Ну ладно, не куплю тогда. Ай, ладно, поехали. Так, ну что, хоть маленько что-то поснимаю сегодня вообще. Особо снимать нечего, потому что на работе я что, сижу, вот сейчас зашла, перепутала маленько. Фима-то сегодня физкультуры нету у них, а закончили раньше. И вот он, получается, урок-то кончился 20 минут назад. А я-то сижу на работе, думаю, странно, не едет, наверное, Алёша забыл его, давай его названивать. А он, оказывается, его уже давно привез, высадил, на работу уехал, а я его вот беспокою сейчас. Нехорошо получилось, ну ладно, отвлекаю человека. А Фима, оказывается, уже дома, он, видимо, еще вовремя вышел, прибежал в машину и уже доехал до дома, пока я иду. Такие дела. У нас на улице, знаете, сколько, минус 6 сейчас. Минус 6 градусов. Так, неплохо. Хорошая погодка, но... Так вот. Чуть-чуть пасмурно. Что, кузенька, ты хочешь? Вот что нам надо? Ну, что нам надо? Скажи, поздороваться хочу. Поздороваться хочу, да? Эй, котяра. Ты, котяра, ты есть хочешь, что ли, а? Сейчас корм положим. Кормить его пришла. Ну, давай, заходите. Кормите. Ой, сейчас тоже чайку попью. Тоже есть хочешь, надо поесть. Чушь, мы давно не ели. Пока то да сё. Сейчас я еще знаю, что эту стирку положу. Сушку засуну. Пусть сушится, у меня там выстиралось все. Сегодня все шапки зимние свои перестирала. Говорю, наверное, уже теплые это не понадобится. Я надеюсь, уже весна. Решила их перестирать. Мау, мау, ох, нетерпеливый какой. Вот корова у меня погуляла, загнала ее сейчас. Все. Гулялись все. Матвеюха пришел в 3 часа сегодня. Вот. Я говорю, информатикой занимаюсь. Он говорит, я только что прорешал целый вариант в школе. Короче, они в школе сегодня занимались. Уже, говорит, устал от нее. Не хочу. Я говорю, ну смотри сам. Так что, наверное, на хоккей опять пойдет сейчас. Туда, на каток. Вот. А Фадей, не знаю, сегодня он допоздна. Допоздна сегодня, вчера уроки делал. До 11 часов. И что там, 7, или 7. Или литература, до 7, ну вот я говорю, опять сегодня придет и опять будет до 11 сидеть, наверное. И литература была, и что же еще-то, обществознание, что ли, и химию, ну, в общем. А он не любит утром делать, потому что бывает, что что-нибудь у него загвоздка, он ко мне обращается, а утром-то я на работе, он знает, что никак не спросить будет. Поэтому он делает вечером, если что, он это как бы ко мне идет. Что ему надо, чтобы я прояснила ситуацию, помогла ему. Вот, так что общими силами справляемся, так сказать. Ну, ладно. Ну, всяко бывает. Вчера вот тоже, он, видите, в четверг тот не ходил, была химия, объясняли, как делать.
А он не был. Загвоздка, пришлось разбираться. Ну, вдвоем да разобрались, хоть и я не химик, да не он еще и тоже не очень, может быть, понимает, как это делать, да, на уроке не, раз не был. А вот, ну, вдвоем, говорю, разобрались. Две головы лучше, да, сделали все-таки. Ну, ладно, все, буду сейчас посуду убирать, надо посудомойку запустить, да, и вообще вечерние дела сейчас будем делать, корове опять будем готовить, да, то да сё, тёлки. Так что вот так. Там уж Фадей придет, опять уроки будут у всех. И Фима садится, когда он приходит. И сейчас пока Фима отдыхает, все равно будет часа два. А, кстати, его тоже надо накормить, хоть супом-то будет. Он ведь это утром, в обед, вернее, не ел суп-то. А пельмени ел? Пельмени он ел, но... Потом в школе ел, и сейчас вот надо его супом накормить, чтобы хоть раз за день-то поел суп. А суп вкусный у нас, гороховый, сегодня так хорошо его разварили, как суп-пюре получился. Вот такие дела. Так, друзья, 7:30. Все уже ходит, ругается, говорит, камеру давай скорей. Потому что я с коровой маленько задержалась сегодня, пока я воду два раза пришлось носить. Она что сегодня пьет у меня повышенно как-то. Вот. То ли потеплело, жарко становится, я не знаю. Вот. Так-то управились. Сейчас посуду Фадей достал мне. Он сидит опять. Ноги кверху задрал. Что это такое за позы такие? Все его ругают, а у него привычка ноги задрать выше головы. Не знаю, что к чему. Удобно ему, видите ли. А его все ругают. Зачем ты, говорит, так ноги затираешь? Ай, ладно. Видимо, так лучше кровь в голове приливает, да? Сейчас пойдет уроки делать. Он только зашел не так давно. Ну, час назад он пришел. Вот, сейчас. Ел, не ел хоть? Фадей. Мы с Ефимом уроками занимались. Я не знаю, я говорю, давай сам. Не ел, да? Суп ел? Только шоколадку. Только шоколад. Вот видите, как он. Я ему сказала, пойди, говорю, суп налей. А он без меня не налил. Молодец. Сейчас будешь есть, значит. А пора уроки было садиться делать, а ты горох... еще не поел. Ах, он гороховый суп мне. Ну, сейчас придется яйца жарить тебе тогда. Я не хочу есть. Вообще, если хочешь. А чем ты с этой? В школе, что ли, ел? Одной шоколадки с этой? Там калорий сколько. Ясно. Ну ладно. Да сегодня в этом в светофоре привезли шоколадки. Я им взяла по 85 рублей эти Альпенгольд десерт, который. В общем, они на радостях их вот, едят усиленно. Ой, ладно. Что-то у меня нос побежал, не знаю почему, аллергия на сено. Что-то сено прибираем, завтра надо рулон катить. Я это труху в мешок собираю. В обед собирала, сейчас маленько что. Вот, подсыпали все пока тоже. Трухой этой подсыпаем. Нюш, ну хорош. Дай ролик закончить спокойно. Сейчас посуду доубираю. Все перемою. Плиту надо вымыть еще. Сковородки перемыть. Кастрюлю, раз он горох не хочет. Там одна порция. Перелью в тарелочку. Кастрюлю вымыть. Яйца перемыть. Раковину вымыть. Все, вот такие. Ну, так если скажешь, поджарю, конечно. Ну. Так что вот так. Матвея ждем, он ушел на каток. Уже, наверное, часа два его нет. Ну, сейчас придет. Вот, а Фадей сейчас поезда пойдет уроки делать. И все. И на сегодня все. День закончен. Будет бабушка что-то с семенами. Все, перец сегодня переписывает. Весь день сидит. Вот. Работает с семенами опять. Хватит лайк. Хватит лайк. Хороший пес. Убежал. Ладно, ну и... Ну все, давайте, друзья, в общем, до завтра. Завтра у нас уже среда, уже опять середина недели. Говорю, как пролетает время, я не успеваю моргать. А вы как? Успеваете? Нет, пишите. Пишите мне чего-нибудь. Ладно, все, пока-пока.